Всем большой привет, дорогие друзья! Сегодня будем плести вот такой простой браслетик из бусин и бисера. Кому интересно, оставайтесь на канале. Итак, нам понадобятся следующие материалы. Здесь у меня вот такие квадратные бусины двух цветов. Я взяла, что вовсе не обязательно. Это бусинки с двумя отверстиями. Это квадрат где-то, наверное, 6 на 6 миллиметров. Вот, взяла два цвета просто для прикола. В общем, это не важно. Точно так же я взяла и два цвета бисера. Видите, у меня как бы шахматный узор получился. Где синие бусинки, я использовала вот такой бисер. Где серые бусинки, использовала вот такой. Номера бисера могу сказать, а вот бусин уже потеряла бирку. Значит, вот светлый бисер у меня, вот такой цвет, брала в мелодии бисера, очень давно, наверное, тоже. А этот, ой, это не от него, извиняюсь, тоже, в общем-то, номер утерян. Это, по-моему, гематитовый цвет, или даже да, какой-то синенький. В общем, плела я на леске. Одним концом лески, вот сейчас надела произвольную длину, потому что добавлять придется. И давайте приступим, кому интересно. Вот так чередовала просто, видите? Итак, сейчас для начала набираем одну бусинку и набираем для петельки 7 бисера. Давайте наберем и приступим к работе. 3, 4, 5. 6, 7. Если у вас двойное колечко, можете сразу его сюда надеть. Вот. Можно сразу соединить в кольцо. Давайте мы это и сделаем. Вот это у нас получается петелька для замка. Если у вас другой замок, значит, вы оформляете по-другому. Так. Для укрепления можно пройти по этой линии еще раз. Так. Почему смеюсь? Ну, леска такая штука, извивается как змея. В общем, по этой линии целесообразно пройти еще раз. Может быть, даже два раза. Вот. Ну, чтобы укрепить. Вот такое у нас начало. Сюда можно сразу двойное кольцо повесить. Так, дальше идем. Плетется это по принципу эндебели. Значит, набираем два бисера. Вот два бисера. У меня наоборот к синему я светлый выбирала. И проходим через второе отверстие. Вот. Здесь тоже набираем два бисера и проходим сюда. И здесь мы, давайте я переверну для удобства, проходим через бисер. Вот что у нас получается. Опять набираем два бисера. Очень легкое это плетение, главное найти вот такие бусинки. Они есть в мелодии бисера, там есть более тонкие японские, это у меня какие-то другие, но тоже квадратные. Эти тонкие, кстати, тоже подойдут. Так, два бисера, проходим через вот этот бисер, через отверстие и вот этот бисер. Видите, вот как проходим. Туда-сюда будем двигаться. Вот длину можете вот этих бисерных линий. Тоже вы можете. Давайте я вот так сделаю, мне так удобнее. Сейчас уже проходим через два. Туда-сюда петляем, видите? Сейчас проходим, еще набираем два бисера. Вот, проходим в обратную сторону. Я вот таким образом строила по три бисера. Можно больше. Вот здесь у меня по три бисера, а можно и больше. 4-5, как вам угодно. Если вы пошире хотите браслет, то можно и побольше. Теперь в эту сторону проходим. У меня вот у синих бусин есть лицо и изнанка. Вот это изнанка, вот это лицо.
Бывают такие, ну, прозрачная одна сторона, а здесь она с двух сторон одинакова. Так что приходится мне вот немножечко думать. Вот, в общем, я набрала по 3 бисера. Сейчас у меня последний ряд. Я делаю только один бисер здесь. Вот один. И ухожу тоже в обратную сторону. Вот видите, такая концовка получается. Один бисер. И точно так же сюда. А вот в данном случае я уже до конца не прохожу. Так, я выхожу вот из этого отверстия. Вот так выхожу. Вот. Теперь я прохожу, вот видите, леска. Прохожу к этому отверстию, тоже выхожу через... В бисер не захожу, видите, вот так. Так. Леской плести, конечно, неудобно. Вот, мы вышли здесь. Сейчас добавляю я другого цвета бусинку. Сначала закрепляю таким образом бусину. Почему я взяла леску? Вот видите, в этом месте немножечко ее видно, поэтому лучше взять плести на леске. Это не критично, но все-таки чуть-чуть видно. Вот так мы закрепили следующую бусинку. Дальше точно так же плетем. В данном случае я уже беру другого цвета бисер. Вот. Видите? Точно так же. Два бисера и туда. Туда-сюда. Ничего сложного нет. Опять набираем два бисера. В общем, один раппорт я уже вам показала. В принципе, точно так же дальше и плетется. Но мне вот так неудобно немножко, поэтому я крутила. Крутила и вертела. Вот. Нужно плести туго. Вот у меня рассыпается немножко. Мне так неудобно. Я вот так вот, видите, крутила. Так удобнее снизу вверх проходить, чем сверху вниз. Если вот это вот чуть-чуть у меня рыхло получилось, вот. Вот, по 3 мы набрали. Сейчас последний, набираем только один. Опять перевернула, так даже не смотрю на камеру. Вот, видите? И здесь тоже один бисер. И в этом случае мы только через бусинку выходим. Так, вот здесь, вот так выходим. И все, через следующее отверстие. И добавляем бусинку следующую. Вот. Здесь у меня должна быть изнанка. Вот. Ну, в принципе, вы поняли, да? Дальше, я думаю, показывать уже нет смысла. Очень просто плетется. Вот. Выходим через бусинку и начинаем добавлять. Если вам кажется, что это не очень сильно, они скреплены, пройдите еще раз. Это зависит от вашей лески или нитки. Вот так это и плетется, видите? Ничего сложного. В итоге получается такой браслет. Такой миленький, симпатичный браслетик. Ну, я поставила просто карабин вот таким образом. Вот можно также сплести и чокер. Для чокера тоже узор очень даже симпатичный. Вот. Можно, кстати, это плести. С одной стороны взять не 3, например, 2, а с этой стороны длиннее. Это будет тоже интересно для чокера, также и для браслета. Например, вот так, да, вот эта сторона короче, а эта длиннее. Это будет как бы очень даже интересно.
Как это делать? Просто в холостую проходите, когда нужно бусинки вставлять, бисер. В эту сторону добавляете, и все. Это тоже будет просто. Ну все, девочки, всех благодарю за просмотр. Спасибо, что были со мной. И до следующего видео. Пока-пока.